Ребятки, я по-прежнему в Сиэтле, нахожусь в такой небольшой компании, которая называется GDM Car и Air Motorcycle. Ну, это наш, короче, башкирский пацан Ильяс, брат Салавата, кстати, занимается тем, что привозит с Японии вот такие чудеса на колесах. И, соответственно, продает их. Да, интересно, вот куда-то на ферму. Это же вообще, блин, реально тачка с мотором, тележка с мотором и рулем, и все, больше ничего нету. Ну, а продаки уже тут все. Дизеля уже чуть поинтереснее. Но натаскал он их конкретно, ё-моё, тут сколько их штук. Там 3, 6, 5, штук 15, ну 60 вот, наверное. Всякой такой пузатой мелочи. Ну вот моя пузатая мелочь стоит рядом с этим. Вот тоже Митсубак. Кемпер, наверное, скорее всего. Ну да, я вот тут пилю видосики, а к Ильясу еще не подошел. Сейчас пойду, потому что... Ну, он там с клиентами пока, но все, надо будет поздороваться. Ты меня тоже знаешь? Вот сейчас, ну, конечно, да. Сейчас вот Ильяс расскажет нам о своем автохозяйстве. На Россию расскажем, да? Ну да. 200 машин почти, 180, по-моему, да, или 190 в наличии. Здесь уже стоит, да? Здесь где-то 170, может, есть где-то. А, немало, немало. SUV, там, джипы, дизел, 4x4. Я уже посмотрел, там как тележка с мотором. Руль, мотор и телега, и все, больше... А что еще надо? Такая маленькая. А, там, что ли? Да, да, вот эти пикапчики такие маленькие. Они 250 тысяч миль ходят, без проблем. Дизеля, да? Не, мелкие бензиновые, а вот эти многие дизеля есть. Ну, тут разные есть, какие хочешь ты. В Японии выбор широкий, там variety, как там по-русски ты уже тукают, да? То есть вариантов много, полный привод, ну, конечно, в основном полный привод везем. Вон мой Lexus стоит, на котором я не езжу. Вот это вот пожарка, 10 тысяч пробег миль. А, ну давай посмотрим. Тут это все дизеля, да, большинство? Да, дизель, турбо-дизель, да. Потому что газов бензиновых в Америке полно, их, ну, вроде возим, но полный привод в основном возим, чего нет. Ну да. Люди иногда стараются брать, чего тут не было, скажем так. А есть это дизель без турбо? Есть, конечно. Так, такое тоже бывает? Есть не турбо, есть турбо, есть механика, есть автомат, есть полный привод, есть задний привод. Пожарка, маленький весенький. Смотри, что хорошо, борта целые, не вырезали. Это как новый трак. У нее пробег 16 тысяч километров всего, да? Продали за 14 900, что ли, по-моему, 14 900. А где тут пампа есть, воду нагнетать? А они ну, убрали, вообще, да? Вообще была, да? Была, да, вот шестиместный. Дизель. А я всегда думал, что Fire Truck должен быть огромный, а вот японцы опять же. Вот у моего механика, не моего, а ломают вот шаблоны. Как колвашки, он там, собака его, я ему говорю, убирай иногда, да. Угу. Ох, кто-то что ли? Сейчас отвечу тогда. Вот как японские пожарники трудятся и отдыхают. Ну, пахнет таким старенькой машиной внутри. Ну. Нормально. Главное, не сыро. Тут у нас что? Опа. Да, сиденье чистое, все чистое. Прикольно. Mitsubishi. And stuff like that. Да, прикольно. Это еще полный привод. Я вот так смотрю, и у меня какие-то, ну... Непонятные такие ассоциации, что я вижу перед собой. То ли это 4x4, что, чем он является, то ли это микровэн. Ну, уже минивэном его трудно назвать. Ну, конечно, правый руль, само собой. Тут закрыто, да? Ё-моё, 100 с чем-то машин, 160, что ли, он сказал, натаскал машин. Вот он, да... Миллионер. Молодец. Простой пацан с Башкирии, с западной Башкирии тоже. Земляк.
сидел тоже у него есть, пару раз на траке прокатился, но так. Ну чё, как бизнес вообще? Ну как, чё это же? Твои же игрушки. Большие люди, большие игрушки, маленькие дети, маленькие игрушки. Если твои игрушки, ты всегда найдешь, куда их... Это, куда? Кто-то, ну, их захочет. Да, конечно, дать. Если тебе нравятся игрушки, то все равно кто-то их купит, да. Ну, но да. У нас так много не берут, но берут, покупают, как бы, и хватает вроде. Все. Ну, периодически обновляются. Не маленькие, да. Вот этих бомжей кормить, которые на улице ходят. Да, бомжей, конечно, много в Сиэтле. Вообще устали. Сегодня ночью приходил какой-то ворюга, вот тут с угла, выскочил с фонариком, посветил, ну, он, может, меня увидел, убежал, я камеру увидел. Потом два этих каких-то зомби что-то орали, там ходили. Я ночью не поспал сегодня. Мы же тут спим прям, пока. Пока. Мы же недавно сюда переехали. Буквально месяца два-три, наверное. Пока вот. Вот так, дорогие друзья, живут миллионеры в Америке. Миллионеры, ты скажи. Колхозники, которые были колхозниками в Уфе. И вот тут мы колхозники сейчас в Америке, да? Ну да, да, да. Миллионеры, они там, которые спецвас, спецназ, да? Это уже миллиардеры, а мы обычные миллионеры. Ну, я-то еще нет, конечно. Но... Ты более свободный зато, если на траке едешь, что груз взял, отвез и опять радуйся. Да, вот сейчас хочу. Отдохнул, да? В Европу, да, тоже. Да, сгонять туда-сюда. Потом опять денежка нужна, опять поехал. Особенно, когда молодой, можно на трачке погонять, да. С возрастом уже геморрой. Ну и семью тоже уже надо, да, и все таких все дела. Да, к возрасту уже надо куда-то оседать и какую-то другую работу, да. А пока молодой, конечно, можно на траке погонять, да. Я-то один раз-то проехался с Мурсилью, когда мне уже там за 50 было, да, сдал. И после школы сразу поехал без тренировки с Нурсилью, поехали. Она там следила, как назад там парковаться. Да? С одной стороны, там же тот бок-то мертвый. Подсказывала? Ну, конечно. Да. Она там сидит, я тут сижу, я тут за рулем паркуюсь. Ну, я нормально сдал на пятерке в эту школу. Там, сидел? Но сейчас сидел. У тебя это, у всего есть, уже есть, нету, да? А еще есть? Продляешь? Каждые два года, на всякий случай, трачу деньги. Есть. А что, прикольно же, наверное? То есть, покататься, да, на грузовике, покататься, да? Угу. Ладно, что еще интересного есть, экземпляры и, какие-то? Да, тут все интересно. Тут это вот Делика нового типа, да, удлиненная, с новым мотором уже. Mitsubishi? Делика? Да, удлиненная база. Это нового типа уже пошла. У нас вот есть вон там старого типа, а есть бензиновые моторы, дизельные моторы, потом... Продосик вот сейчас новые пошли, да? Это вот как Lexus GX470. Прикольно выглядит. Какого года он? 96-й год. 96-й. Сейчас вообще 25 лет. Что за правило в Америке есть, да? 25 лет? Да, 25 лет. И она и была, и раньше, с 90-х годов. То есть можно вести машину 25 лет и старше, да? Без больших налогов, да? Нет, зачем налог? В зависимости грузовик 25% от цены. А если такая машина 2,5%? Ну, понятно. Налог тут от цены зависит. Сколько процентов такая машина? 2,5. Если она считается... Не, они бывают, есть карго, тогда 25%. Это как будет записано у тебя в тайтле. Не, ну а почему не новые машины привозить, а 20-летние? Ну, такие правила, они же не для американского рынка сделаны. То есть, если ты... У них нету DOT, вот этого специального, вот этого... как она там... Inspection. Control, да, таблички, да, якобы DOT и... Как она там знаменитая, у них это EPA и DOT, они это не одобряемс. Они только одобряемс после 25 лет одобряемс. И тогда вези, что хочешь. А в Канаде можно вести 15-летние машины. Это считается уже как историческая машина, нет? Нет, просто машина. Историческая машина, коллектабл номера ты можешь получить, если старше 30 лет машина. 30 лет и старше. То есть, если 25 лет, то эмиссион не надо проходить, да? Типа того. Пошли, там машину покажу, и там турник есть на дереве. О, все, на турник обязательно. Сейчас друг друга поснимаем. Серьезно? Да? Ну, конечно, как же. Обязательно. Надо стряхнуть этим жирком вот сейчас. Да ладно. Джексонвилл возить. Вот тут мы живем. Это полный привод. Пробег 37 тысяч. У этого 40 километров. Тысячи, это километров, да. Очень маленький пробег. Да там уже даже увидеть, наверное. Ну-ка. Пробег 42 тысячи пробег всего. Это дизель турбо, полный привод. Fiberglass. Это вообще, ну, потом могу открыть, да. А то отсвечивает, да, я понял. Да, да, да. А ты можешь вот так прикрыть. Увидеть. Вот так вот, если прикрыть. Да, тень. Ну ладно, не будем так. Потом, вот полный привод, дизель, дом на колесах.
Это полный привод, дизель, турбо. Это вот амбулатория, маленький пробег. Амбулатория. Вот цена, классно выглядит. 27 тысяч пробег всего. А. И газ 60 mile per gallon расход, если тихонько едешь. 60, вау. 69 даже. Вот это мне больше нравится, Карина. Это такая же, это корона, это Карина, да. А. Чуть меньше класса. Бензин или что? Бензиновый, да. А. Это механика, полный привод. Смотри. А какой бензин, крайний или... Это Camry, у тебя Camry есть такая же. А, ну самый да? Первый бензин, да. Ну, не... Да, любой. Не... Вот. Full time, four wheel drive. Вот 21 тысяч пробег всего. 21 тысяч пробег, километров всего. А, нифига, и кружевные. Цена, и полный привод еще. Он full time. Ну и что? Механика. Подписчиков будет интересовать, что за цены-то вот вообще. Ну, 10-12 обычно эти машины, вот на такие, на легковые, да. 10-11-12,5 зависимости. А, нормально. Вот 10-11. Full time. Полный привод. Это на автомате. Какие хочешь? Хочешь full time? Механика, хочешь автомат, хочешь передний привод, какие хочешь. И пробеги это, все. А это ручная, да? Это ручная, да. Левой рукой надо переключаться. Чик-чик-чик. Да, это легко, да. Вот передний привод. Цена 9,9 900. Тоже якобы спортивный, типа целики. Вот полный привод. Дизельная турбо. Camry. Camry. Выглядит вообще так интересно, да. Вот эти автобусы. Турбовый тоже. Полный привод, полный привод. Uh-huh. Вот тут у меня бары обычно сюда приходят. Сегодня пришел, спрятался сюда, что-то светил. У меня камера там. Может, он увидел камеру, может, нас увидел. Я шевелюсь там и убежал, короче. Они там запарковались на машине. Пошли на турник. О, я все, пойдем. Так, вот у нас ветераны спорта. Ты еще карате занимался, карате, да, тоже? Карате, дзюдо, дзюдо, после самбо, бокс. Да, 59 лет человеку. Потому что я был мелкий и худой в Сибири, и был дохлый. И надо было от сибиряков защищаться, да. Бокс помог, да. А в Башкирию вы потом, да, переехали? Или из Башкирии? Нет, сначала из Башкирии. Я же родился в Серове. Жили мы в Серове, жили на Колыме. Потом в Сибири я учился в 9-10 классе. Лучше уж вы к нам. Да. Нет, там классно. Ну что, все, давай. Все. JDM дерево. Это руль для праворуких. Дерево, которое относится к праворуким машинам. JDM называется. Так, сколько раз? Раз 10, да? Я не знаю, что ты будешь показывать, но посмотрим. Да, ты подтягивай, ты снимай, я буду подтягивать. Да, окей. Без давай. Разминки. Раз. Три. Четыре. Нормально. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молодец. 11. 12. 13. 14. 15. Не занимался. Все давно. Замечательно. Новая тачка, 96-й год, 97-й. Это Nissan Homi Caravan El Gran. Очень крутая тачка. Она полный привод, отключаемый привод. Можно сзади, можно полный. Дизель? Блокировки. Дизель, турбо. На шестерню дизель. Ничего менять не надо, там ремня нету. И очень мощный двигатель, там 150 лошадей. Да. И сколько вот такой микроавтобус? Ну, так, сейчас вспомним. Ну, наверное, цена где-то от 16 до 26. Тут зависит уже. Полный привод дороже, маленький пробег дороже. Если там чуть-чуть выцвел туда-сюда, например, вот автобусы стоят, вот они где-то 15-16 тысяч стоят вот эти вот. Эти вот полный привод. Вот универсал тоже прикольная тачка. Универсал тоже прикольная конечно, тачка. Конечно, это крутой мотор у нее, SR Twony DET мотор. Знаменитый гоночный мотор, да. А вот. Зато и цена подешевле. Они в пределах 15-16, да. Ну тут заказ можно и дешевле привезти. Вот, 8-местный. С люками, со всеми, со шторками, со всеми делами. Есть дизель, есть бензин, какие хочешь. Его можно под RV сделать, конечно, да? Конечно, да. Убираешь сиденья и все. Так сиденья все складываются в ровную площадку, спи. Это вот когда я в Америку приехал, была моя мечта вот взять любую машину вот такую, да? И ездить, путешествовать куда хочешь. Она надежная, экономичная, и можно жить и спать в ней. На все случаи жизни. Да, если жена выгнала из дома. Да хоть женой. Хоть без жены. Лучше с женой, да. Вот крутой, на мостах. Это как G-Wagon. Ну, гораздо дешевле, надежнее, чем G-Wagon, Mercedes. Вот он, G-Wagon, мини. Это называется Jimny Sierra. 1.3 мотор, Jimny Sierra. Вот он, 1.3 мотор. У него, посмотри, мосты, покажи. Straight Axle. И он на рессорах. Это военная машина. Мосты.
Ага. Такой мост-чулок спереди, сзади. А, нифига. Таких машин нет. Как на траке. Как ремонт, да, ну типа. Ага, понял. Ну, дом на колесах, это вот крыша поднимается, подтап, палатка, полный привод, турбодизель. А, вот этот Ford? Да, Ford, но он Mazda Bongo Friendly, actually, это Mazda Bongo Friendly. Ага. Они просто лейбл поменяли, они работают, с Ford, с Mazda работают. На самом деле, это Mazda Bongo Friendly. У него крыша поднимается, и там можно ходить, или спать наверху, или внизу. Ну, я видел, да, на фотографиях. Ага. Что в этой машине? Вау, я 5 лет вот монеты искал в Уфе, вот на этой Daihatsu. Daihatsu Terios или Toyota Kami, полный привод, джипчик маленький. А, диггингом занимался, да, типа? Ну, монеты искали, в Уфе катались, башки вот на этой машине. Очень крутая машина, непроходимость хорошая. Да, загляни. Четырехдверцы, сиденье складывается, может спать внутри тоже. Ну, такая маленькая машинешка для города и за городом тоже можно поездить. В грязь, деревни, да, и так далее. Вот такой вот автосалончик, да. Ну, это как... Минимум, это как Lexus GX 47, только маленький. А-а-а. То же самое, да. Это вот гонка турбо, Isuzu Jimny. Турбо, мотор как у Лотуса тоже стоит, турбовый интеркулер, ну и Isuzu-ский, естественно. Полный привод и механика. Это вот полный привод Suzuki Sidekick, или как он там называется, X90. У тебя же на YouTube есть канал, да, тоже? Есть, 80 тысяч подписчиков. А давно ты его открыл? Вот как начали машины, 7 лет, 6-7 лет. Ты же 6 лет уже здесь в Сиэтле? 7 уже, да. С 16 года. А как он так раскрутился, 80 тысяч подписчиков? Да никак, сам просто сам по себе. Я просто люди набирают, находят его и все, да? Ничего не делают. Я там не режу, вообще ничего не делаю. А монетизацию не включил? Нет еще. Надо включить, да? Включить. А слушай, монетизацию включишь, может быть, подписчиков больше будет, да? Они же начнут продвигать. Ну да, будет. AdSense, там как он. Есть там специальные сайты, которые делают. Да, вот маленький пробег тоже идеальный, Каринка, которую ты любишь, да? Ну, это мне не очень. Гоночный. А, спереди она была симпатная, да, такая. Ну, синяя, ну, такая же. А сзади что-то не очень. Просто цвет может понравился на той машине. Угу. Вот такая же. Та синяя, а это серебро. Да. А, да. Ну, да, вот морда у нее прикольнее. Ага, как у Peugeot. Ну и вот эта колдина крутая, да, вот автопчики полный привод тоже 600-кубовые. Ты прям туда, в офис его загнал, вот, ага, вау. Ага, правильно, в офис его, да. Ну-ка я это... Мотоцикл там есть. Сейчас сяду за руль попробую, открывается дверь? Открыто, да. Прям снимай вот так, не выключая, сейчас мы посмотрим. Это движок сзади? Да, это как Porsche, турбо. Это суперчарджер, полный привод, кондиционер есть. Давай сделай вот эту штуку. Ну это прикольно. Давай я тебе могу сверху заснять. Вдвоем здесь спокойно, ну как. Конечно. На легковой машине. Да. Она и гоняет хорошо, это турбовая. Сейчас покажу подписчикам, на улыбнись широко. Да, инжектор. Вот инжектор. Вот генератор. Это у нас кондиционер, а это суперчарджер. И вот у него, смотри, написано. У японцев всегда написано грузоподъемность, а вот суперчарджер. Смотрите, народ, смотрите. Коробка автомат, полный привод, full time и суперчарджер. Вау, там суперчарджер. Редкая, да. Как компрессор, как Мерседес твой. Помнишь компрессор Мерседес? У меня не было. Ну, будет. У меня будет. У меня S был Мерседес. Будет и компрессор. Где, ну-ка, где нагнетатель? Вот нагнетатель, вот он. То есть он... Вот, шланги идут. Продувает, да, поршни? Да, вот, смотри, суперчарджер. Или компрессор, да. Это не турбина, это компрессор, да. А в чем разница? Ну, на ремне. А это от газов, от турбины работает, от выхлопных. А это от ремня просто. Видишь, ремень крутит, и вот он. Вот он. Пум-пум. Вот ремень. И сколько объем? 660. И гоняет. 660 кубических сантиметров. Вот, вау. Написано, меньше, чем Harley Davidson мотоцикл. 350 килограмм можно грузить, да? Тонну можно, ребята, грузить в России. Тонну даже. Так-то 350 официально, но японцы, они перестраховываются. Короче, полтонны легко. Да, вот смотри, тут есть что. С той стороны загляни. Раз. Тут вот там жидкость можно проверять или бардачок. Какую раз, жидкость проверять? Чемодан сюда можешь сунуть, свой ноутбук. Что там проверять был? Радиатор. Радиатор, потом вот эту крышку вынимаешь. А вот эту сейчас. Ну тут вот бардачок. Угу. А тут, пожалуйста, тебе еще бардачок. Вот радиатор, да, там еще, знаешь, сколько места, да.
Вот японцы, блин, а? Да, японцы молодцы. Да. Просто чудеса в решете. Да. Кондиционер еще есть, смотри, кондиционер. Угу. Не просто так, отопление, кондиционер. Все, понял, ладно. Они могут... Toyota Celica, это что? Сколько объем это? Двухлитровый, 180 лошадей. Не трубовый, он нормально крутится за счет втека, крутится, да. Калдина, 21 пробег, двухлитровый. TZG, обозначает, что вот у него крутой мотор стоит, да. Ага. Спойлер, мойлер, хром, багажник, пробег покажи отсюда, да. Вот здесь пробег. 21 тысяча пробег всего. Навьё, 25 лет машине, или 26 лет. Сколько пробег? Смотри, загляни туда. 21. 21 тысяча км. Пробег, да. Да. Прикольно. Люк, все дела. Литьё, не ржавый. 25 проедет, еще 25 проедет. 50 лет будет. А вот тоже крутой. Смотри, турбо. Интеркулер турбо. Сейчас покажу здесь. А, интеркулер. Привод. А это... А, сиденье, смотри, турбо. Как... Сейчас. Спать можно, да? Ну, они по-разному раскладываются. Это батарейка. Есть. Смотри, что тут есть. Оп, для фокус. И открыл. Свет, да? И закрыл, да. Ну, это как кемпинг. Многие берут даже как вот местный тут кемпинг. Но тут как бы в длину не ляжешь, тут коротковато. Разные бывают. Есть у некоторых полностью раскладывается пол, да. У этого, конечно, не совсем удобно, да. Тут вот, вот так вот можно, как-то так положить, можешь вот так сиденье сюда положить. Не совсем удобно. Вот смотри. Инжектор. Electric petrol injection. Интеркулер турбо. И полный привод еще. Okay. 4x4. И вот у него грузоподъемность, видишь, как на грузовике. А теперь снизу загляни, там тоже мост стоит и рессоры. Усиленный, как грузовичок. Видел, да? Рессоры, мост. Да. Крутая тачка. А вот современный уже, смотри, уже 200 килограмм. Чуешь разницу? То ли 350, два раза почти грузоподъемность. Мощнее, это да? Современный, да. У этого мотор всего 550, у этого 660, новое поколение, смотри. Новое поколение, New Generation, с 91 года. 660 кубовый, но уже грузоподъемность меньше, а у того рессоры, а у этого пружины. Да, пружины. Они рессоры тоже, но это усиленные рессоры, да. И мост прямой, здесь 3 даксел или как там, solid axle. Вот полный привод Toyota, как Land Cruiser. Очень крутой, да. Toyota Hiace Regius, бензиновый мотор, full-time полный привод, пробег 47 тысяч. Смотри. Вот такой, сколько он был большой, сколько он стоит такой? Ну, я же сказал, 15-25, в зависимости от пробега состояния. Этот пробег идеальный, у него цена 25. Ага. Обеденный стол. Ага. Сиденье крутится. Сейчас заблокирую. Бизнес. Восьмиместный, да. Смотри, садись и кушай. А, и вот так. Да. И эти за тоже рулем крутятся. Прям. Да, за рулем кушаешь, да. И эти сиденья тоже крутятся, да. И все складывается полностью в спальник. Чудеса. Угу. Ну где-то вот в Америке такую машину купишь, да? 25 лет машине. И это все Toyota Land Cruiser 4Runner. Все подходят запчасти. Очень надежные. Угу, потому что это среди пассажир вен, среди пассажирских венов, да, это как Land Cruiser. Это называется Hiace, Toyota. Комфортно, класс. У Mitsubishi это Delica идет, у Toyota это Toyota Hiace линейка идет, да? Угу. Потом Hiace много разновидностей. Есть Toyota Hiace Gran Via, Touring Hiace, Toyota Regius, Atlas Hiace Regius, и там миллион вариантов в Японии. Это все только в Японии возможно, да. Потому что там variety или вот эти вариации, там миллион всяких вариаций. И в 90-х годах у них был мыльный пузырь экономический. Они делали очень крутые машины в 90-е годы. И надежные, и легко обслуживать, там электроники еще было мало. Но есть и вот электроника, типа вот такой, простая, да? Ты открываешь, смотри. Так, да? Доводчик так, двери. Не надо хлопать. Так, берешь, например. Сейчас покажу багажник товарищам, зрителям, товарищи, господари. Ну, сиденье, электрошторки. На кнопках можно вручную двигать, можно на шторках. Да, люк. Потом так вот можешь двигать. Вот это сиденье полностью до конца идет. Можно вот это сиденье убрать, вообще выкинуть среднее. И вот это кресло прям до переда идет. Да. Смотри. Фишка. Вот это завода еще, видишь, у нас ставил. Многие вот эти пластики еще с завода вот это ставили. Пленки, да? И вот смотри, как дверь закрывается.
Здесь автодоводчик называется по-русски, да? Да, вот, да. Делаешь его. Не превращается юбка. Или у этого нету, может быть? Ну вот там у боковой двери было. Может быть, у этого нету, да. Давай я на том сейчас покажу. Это тут пожирнее комплектация. А ну что, это Toyota. А, Toyota Regius. Toyota Hiace Regius. Дизель. Тоже дизель. А, посмотри, сейчас дверь открою тебе с той стороны. Вот здесь кнопочка. Ага. А? Я вот нажимаю кнопку, да? И вот дверь, смотри. Опля. Ну да. Техника. Техника на грани фантастики. И еще закрывается так же, смотри. Вот так делаешь. А, стулик. Смотри, он двигается. Туда, сюда. Бардачок. Смотри, раз, два. И так же складывается легко, смотри. Раз, два. И вот это сиденье тоже крутится. И дверь, смотри, как закрывается. Так, берешь? Ага. Закрыл. Берешь? Открыл. Ну да, да. И вот задняя дверка, так, смотри, тоже. Например, здесь автодоводчик, мы покажем внутри, да? Тоже сиденье двигается, вот сюда, или шторки. И так же вот опускаешь дверь, и она сама щелк, ага. Закрылась. Да, нормально. Наше дело правое, мы победим. Все, будем двигаться. 59 лет, все, давай, ока. Уголок. А теперь чуть-чуть отожмись вниз. Оп, о-о-о, идет. Самый мешает, да? Да. Надо тренироваться. А мы с вами по-прежнему находимся в компании GDM Car and Motorcycle. И давайте попросим Ильяса что-нибудь нам пожелать в конце этого выпуска. Пожелаем, что наше дело правое, мы победим. А что еще сказать? Любите свое дело, делайте честно, выражайте себя. В плане бизнеса, да. Да хоть как, да. То есть, как Брюс Ли учил нас, да? Брюс Ли нас учил. Uh-huh. То есть, выражать себя честно. То есть, самовыражаться. Не придумывать там всякие там тролливали. Делаешь дело честно, или как в армии говорили, работаешь, то есть, служишь по уставу, завоюешь честь и славу, да? То есть, да. Но мы не живем по уставу. Как китайцы говорят, не хочешь иметь проблем завтра, не обманывай сегодня и не будешь иметь проблем завтра. Угу. Вот. Брюс Ли говорил, я, говорит, не боюсь тех, кто знает 1000 приемов. Я, говорит, боюсь тот, который знает, один, но хороший, один, да? Прием 1000 раз отрабатывает. Да. Все, всем здоровья, успехов в жизни. Самое главное здоровье и что еще? Здоровье. Хорошо. И мира. Спасибо, и мира. Это было прямое включение, не совсем прямое, из штата Вашингтон, город Сиэтл. Канал Ильяса тоже будет в описании. У него огромный канал, но это так, он не блогер, а просто рассказывает про свои машины и все. Огромное всем спасибо. А я сегодня уже буду выезжать с этим крупным, крупногабаритным грузом с оверсайзом.